За напольную вешалку теперь повесят статью. Двое оперуполномоченных отдела экономической безопасности областного управления полиции подозреваются в краже. Следователи считают, что стражи порядка утащили напольную вешалку, принадлежащую директору фирмы. Она стоит всего 2000 рублей, но за нее теперь операм светит до 5 лет лишения свободы. Зачем полицейским понадобился элемент гардероба, они не смогли объяснить.